Всем привет! Сегодня хочу снять небольшое видео. Вот как я соединил покупной окучник с плоскорезом. Как бы два в одном. Вот как я это сделал. Сделал все очень просто и легко. Это вот сам окучник заводской. Его видно, что он крашеный. То есть вот до сих пор и здесь тоже все заводское здесь. Вот. Я, значит, просверлил три отверстия и прикрутил на эти три отверстия плоскорез. Правда, еще добавил вот такие вот пластины с обоих сторон. Прикрутил их тоже на два болта. Здесь и здесь. Здесь и здесь. То есть примерно у меня получилось, если посмотреть здесь, вот такая конструкция. Вот. То есть смысл здесь такой. В общем, если не нужен этот плоскорез, его в любой момент можно вот эти вот гаечки открутить, болтики вытащить и снять. И эти тоже можно. Открутил, здесь тоже открутил и снял. И получается обыкновенный окучник. Магазинный. Вот. Ну, я просто здесь картошечку окучиваешь и заодно подрезаешь междурядье. То есть одно другому не мешает. Ну, если где-то не надо подрезать, может быть, уже чистый участок можно без плоскореза, то можно без плоскореза. Откручиваешь и работаешь без плоскореза. Вот. В общем, все не очень сложно и не очень долго. Так вот, все быстро. Вот, в принципе, и все. Может быть, кому-то мое видео будет полезным. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.